Хотите еще прикол? И, может быть, у кого так же, как и у меня, очень зрение такое низкое. То есть у меня глаза здоровые, благо. Просто зрение низкое. Это имеет значение. Глаза могут быть здоровыми. Вот. И, кстати, то же самое. Я хотела про обувь сказать сейчас, потом про глаза перейду. Видите, у меня цвет обуви. У меня что зимние, что вот такие вот весенние-зимние. Они серебристые, отражают классный свет. Мне очень нравится. По возможности я выбираю такие, чтобы видеть свои ботинки, свои ноги. Потому что, ну, блин, у нас темнеет быстро. Темно в целом как-то. И ты идешь, и так отразилось. И у тебя и настроение повеселее. Такие космические. Так, а про глаза знаете, что хотела сказать? Что глаза могут быть вполне себе и ноль, ну, то есть там очень хорошее зрение, но глаза могут быть уже нездоровыми. И это разные вещи, и вы можете даже особо это никак не ощущать, кроме какой-то там привычной усталости, боли. Вот, и за этим нужно тоже следить. Вот такая вам подсказка.